Вот подходит к концу 21-й год. Год для нашего музея знаковый. В этом году исполнилось 25 лет музею-заповеднику. В этом году прошло, наверное, важное знаковое событие. Подписано распоряжение президента о праздновании 650-й годовщины Куликовской битвы. Срок до этого юбилея еще немалый. С этим как раз связаны те планы, которые мы строим сегодня в преддверии Нового года. Это и создание новых выставок, новых музеев, новых интересных интерактивных программ, издание новых книг, новые экспедиции. Все это в планах уже 22-го года. Что хотелось пожелать, чтобы у каждого было что вспомнить в этом году уходящем. И чтобы были обязательно какие-то добрые, интересные планы на год, который приходит буквально на днях. Прежде всего, чтобы были силы на исполнение этих план, было здоровье. Наверное, это главное, о чем сегодня будут говорить все, но, наверное, это не лишнее. Дорогие сотрудники, дорогие коллеги, дорогие наши посетители, любимые наши посетители, вам здоровья, вашим семьям, мира и добра. С Новым годом!